А скажите, пожалуйста, а какой вам запомнилась Татьяна Олеговна? Любящий. Ага. Девчонки, а скажите, пожалуйста, за какую шалость вас когда-нибудь ругала Татьяна Олеговна? Не за какую. Когда не сделала домашки, не сделала. Мама не была дома, что я. Понятно. Какие черты характера, привычки вам хотелось бы применить от Татьяны Олеговны и унести их с собой во взрослую жизнь? Терпеливость, забота. Так, дальше. Ага. Хорошее поздравление. Почет и любовь, все от чистого сердца для вас. Много теплых и искренних слов принимайте в подарок сейчас. Мы говорим учителю спасибо за труд, терпение, заботу и доброту. За понимание, любовь, много знаний, за веру в детскую мечту. За радость, когда дети делают успехи, и за поддержку, если тяжело. За атмосферу в классе замечательную. Спасибо нашему учителю за все. Спасибо вам, учитель первый наш, за ваш огромный труд, что в нас вложили. Конечно, мы не первый выпуск ваш, и все же мы друг друга полюбили. Учительница первая, у каждого своя, у всех она хорошая, но лучше всех моя. Вы первый наш учитель на века, и вас мы не забудем никогда. Так трепетно учили нас писать, читать, грибки и яблочки считать. Спасибо, что тепло с добром дарили, что свой язык и свой подход к нам находили. Примите признательность сегодня мою, и знаю, что учитель вас очень люблю. Спасибо за то, что всему научили, себя не жалея, вы детям служили. За мудрость, заботу, поддержку, тепло, за то, что дарили вы только добро. Сколько весен уже пролетело. Этих лет нам не остановить. А для вас основным было дело день за днем ребятишек учить. Пусть ваш дом не заглянет ни насти, ни болезни дорог не найдут. Мы вам желаем здоровья и счастья. Спасибо за ваш добрый день. Первый учитель нам все показал, школу, классы и актовый зал. К жизни учебной привыкнуть помог, дал самый главный на свете урок. Трудиться, учиться. Дружить и не лгать. За это спасибо хотим вам сказать. Как сложно прощаться с вами, учительница первая моя. Невозможно выразить словами грусть, что ощущаю я. Никогда не забуду ваш мудрый, добрый взгляд. Уроки наши помнить будем, их уже не будет. Увы, пришла пора прощаться с начальной школой и для нас. Хотя трудно расставаться, передаем другим наш класс. Здравствуйте, Наталья Кузьмич. Спасибо, что вы нас учили за 4 года и научились очень много. Например, научились русскому, я стала еще говорить по-русскому, и еще по математике, и уже шире, и научилась всего. Спасибо, Татьяна Олеговна, за то, что все эти 4 года учили нас. Возили в интересные музеи. Вместе мы отмечали разные праздники, которые могли отметить в классе. За то, что вы давали отметить, давали переписывать работы,
помогали нам, если что-то не получается. Спасибо вам большое за то, что вы учили нас 4 года. Я буду очень скучать.